Всем привет, это Иван Макачев, и я решил сделать небольшой видеообзор нового куба от Rubik's, который мне любезно предоставил Виктор Зарицкий из компании PlayLab, за что ему отдельное спасибо. Итак, начнем. Сейчас я открою коробку. Ну что, после смазки куб крутится достаточно неплохо, намного лучше, чем первая версия от Rubik's. Если сравнивать с первой версией, то тут есть неоспоримые преимущества, то есть, во-первых, куб научился резать углы. Он может резать в прямую сторону, примерно 30 градусов. И он даже может резать в обратную. Вот, то есть, небольшие углы. Особенностью конструкции является то, что у этого куба внутри не крестовина, а шар. Ну, я его не разбирал, но судя по тому, что о нем говорят, внутри у него находится шар. Вот. Основным также преимуществом является то, что у куба не стикеры, а цветные пластинки, благодаря чему они не будут изнашиваться, и это придает особый эстетический вид данному кубу. Ну, разработчики решили не ставить в него винты, то есть у куба этот куб все еще не настраивается. Вот, то есть скоростным его назвать не могу, но этот куб хорошо подходит для коллекции, то есть он на самом деле очень качественно сделан. Нет смысла сравнивать его с Даяном пятым, потому что у Даяна есть винты. Даян лучше режет углы и настраивается. В общем, на самом деле куб неплохой. Вот это он, я буквально 5 минут назад его распаковал и смазал. То есть он неплохо крутится. Туговато, конечно. Вот, на самом деле, лучше, чем первый рубль.